Оставайтесь дома. С таким советом к жителям обращаются и представители общественного совета при управлении МВД России по Самаре. Они призывают горожан не подвергать риску свое здоровье и здоровье других людей. Сидите, пожалуйста, дома. Занимайтесь домашней работой. Занимайтесь спортом. Занимайтесь общением с семьей, с детьми. Мы на работе ради вашего здоровья. Вы ради своего же здоровья должны оставаться дома. Наряду с личной гигиеной и самоизоляцией нужно прекратить паниковать и сеять психоз. Все, чем мы себя пичкаем через социальные сети, через телевидение, через радио, через прессу, снижает наш иммунитет. А это самое главное в борьбе с любым вирусом.